Черт, посмотри, там лежит игрушка ребенка, это просто жесть! О, черт, Настя! Что же происходит? Что за столом? Господи, это просто жесть! Успокойся! Чё творим? Про меня зовут Сергей Онис, и просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде. Ведь перед время Supreme Банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде, в лучшей банде на ютубе, бандит. И брось его внизу простое видео, потому что в одном из прошлых видео я звонил черноглазым детям, после чего один черноглазый ребенок, девочка, пришла ко мне. Это была жесть, банда, а еще она оставила свою игрушку у меня около двора. Это была жесть. Банда, советую посмотреть это видео, чтобы быть в курсах. И сегодня, банда, я решил, что я хочу ее разрезать и посмотреть, что здесь внутри. Потому что, банда, мне кажется, что с этой игрушкой явно что-то не так. Даже если посмотреть на эту игрушку, то посмотрите, у нее черные глаза, что очень похоже на того самого черноглазого ребенка. Как будто эта игрушка тоже одержимая. Это просто жесть, банда, у меня не укладывается в голове это. Потому что те события, которые были той ночью, это реально жестко. Это было настоящее безумие звонить тем детям, а потом они ко мне пришли. Это страшно, это было серьезно страшно, банда. Тем более, что мы это делали реально в 3 часа ночи. Раньше, банда, мы уже снимали видео про игрушку, как мы ее разрезали. Это была игрушка Пикачу. Я думаю, многие его видели. Так вот, с той игрушкой было что-то не так. Она телепортировалась по дому, после чего я ее разрезал. А там был окровавленный покебол. Согласитесь, банда, это жесть. Это реально было безумие. Тем более, что ту игрушку мне просто подбросили. Эту игрушку мне принес сам ребенок. Черноглазый ребенок. Блин, это реально не укладывается в голове. Вы только вдумайтесь в это. Черноглазый ребенок, который вас гипнотизирует и заставляет убить своих близких. Приносит эту игрушку и вставляет у меня под двором. Это жесть. Тем не менее, банда, мне кажется, что с этой игрушкой явно что-то не так. Именно поэтому сегодня, банда, мы его разрежем. Окей, банда, также мне кажется, что и с другими мистическими игрушками тоже происходит что-то не так. Именно поэтому, Supreme Банда, давайте на это видео наберем 1000 лайков. Для нас, Supreme Банда, это вообще ничего. Всего лишь 2 секунды мы уже набираем это количество лайков. Это безумное количество, но мы можем, банда. И, банда, если на это видео будет 10 тысяч лайков, то я разрежу и другие мистические игрушки. Такие как кукла Чаки, кукла Аннабель и другие всякие мистические игрушки, которые просто нагоняют на нас страх. Аннабель, Чаки, я думаю, вам будет интересно увидеть, что же внутри этих игрушек. Именно поэтому, банда, допускайся ниже и ставь свой царский лайк. 10 тысяч лайков, я разрежаю куклу Чаки или же Аннабель. Так вот, банда, как только набирается 10 тысяч лайков, я сразу же покупаю куклу Аннабель. Или же Чак, это на ваш выбор. Опускайтесь ниже, оставляйте комментарий, какую куклу вы хотите. А тем временем, банда, мы будем разрезать эту игрушку. Не знаю, что с этого будет, мне страшно, но мы это сделаем. Погнали! Окей, банда, это просто жесть, я не знаю, ли это правда, что-то есть в этой игрушке, но только вдумайтесь, а ведь реально, это игрушка самого кровожадного убийцы, черноглазого ребенка. Поэтому, банда, я почему-то на 100% уверен, что с этой игрушкой что-то не так. Именно поэтому мы сейчас ее разрезаем. Так, не знаю, ли что-то получится, но я готов. Не знаю, ли вы готовы, но я готов. Так, просто сейчас берем вот так вот, штрикаем ее. Окей, раз, два, три. Ого, туго вошло, ты видела? Да. О, черт, ты видишь это? Здесь какая-то кровь, смотри! Да. О, господи! Посмотри! О, черт, что это? Какая-то черная странная жижа. Так, окей, я ее разрезаю дальше. О, черт! А, окей. Посмотри, что там? Фу! А! Это так воняет! Черт, банда! А, вот так вот. Фу! Черт, что там вообще такое? Тебя видно? Это просто жесть! Здесь какая-то... О, черт, посмотри, что это? Фу. Ты посмотри, что это вообще такое, блин! А, фу! Черт, что это такое? Что это вообще за руна? Вы видите, банда? Что это вообще за такая руна? Здесь ничего нет с той стороны. Здесь нарисованный дракон или что это? Черт, очень странно. Окей, что там еще есть? О, господи. Я вытащил еще две руны. Здесь ничего не понятно. А здесь что? Тоже ничего. Окей, у нас здесь какие-то 3 странные руны. Я не знаю, что это значит, но выглядит банда не очень странно. Черт, что это вообще такое? Посмотри, их здесь куча. Просто куча этих рун. Что это вообще значит? Это точно какие-то мистические руны. Интересно, для чего они здесь? Что это вообще за черная жидкость? Посмотри, сними мои руки, это просто жесть. Банда, посмотрите, они полностью черные. Фу, воняет это как будто засохшая кровь, серьезно. Только вот чья это кровь? Еще какая-то руна, блин. Supreme Банда, я не знаю, что с ними сделать. Я без понятия, что эти руны означают. Они реально без ничего. Господи, посмотри, что это? Что это вообще такое? Это реально тянется, это не какой-то пух. О, черт! Это жесть, банда! Я не мог подумать, что здесь будет реально что-то такое! А ведь это реально игрушка убийцы, самого настоящего убийцы! Интересно, что означают эти руны? Как вы думаете, Supreme Банда, что означают эти руны? Напишите обязательно об этом в комментариях, потому что, банда, я без понятия, что эти руны означают, окей? Скорее всего, банда, что они как-то живят эту игрушку, окей? Давайте еще посмотрим, что здесь есть. Господи, это просто жесть.
Драгоценности? Не знаю, это как бы по стандарту. Окей, банда, посмотрите. Здесь лежали какие-то драгоценности. Причем с камнями, с реальными камушками. Скорее всего, что это что-то настоящее. Черт. Посмотрите, что происходит с пухом. Оно как будто его сжирает. Черт, банда, посмотрите, здесь еще какая-то серьга лежала. Это просто жесть. Я просто беру все высыпаю. Еще одна выпала, банда, еще одна серьга. Это жесть. О, черт, банда, это просто жесть. Посмотрите, здесь начала выделяться какая-то красная жидкость. Черт, да я сниму с моей стороны, как это выглядит. Потому что, банда, посмотрите, это реально выглядит очень жутко. Посмотрите, игрушка разрезана, а здесь какая-то странная черная штука. А потом эти руны, эти драгоценности, это реально жестко, банда. Окей, просто в середине. Надеюсь, там больше ничего не будет, потому что если там еще что-то будет, это просто жесть. Я ничего не слышу, но если вот здесь вот прикасаться, чувствуется что-то твердое. Вот посмотрите. Реально, что очень твердое, окей. Я вытаскиваю все, посмотрим, что там. Черт, посмотрите, пух, он полностью черный. Господи, это реально жесть. Видите? Видите, там реально что-то лежит, смотри. Черт, посмотри! Там лежит игрушка ребенка, это просто жесть. Банда, вы это видите? Это реально жестко. Окей, нужно ее как-то вытащить оттуда. О, черт, блин, это реально жесть. Зачем было запихать мягкую игрушку? Посмотрите. Черт, это просто жесть. Господи, банда, это выглядит так жутко. Зачем? Зачем было запихать в игрушку еще одну игрушку? Глядитесь, это выглядит как будто плод. Даже гляньте, банда, есть какая-то странная кровь. Какой-то красный свет, как будто кровь. Как будто это реально плод ребенка. Как будто, банда, эта игрушка вынашила эту игрушку. Это просто жесть. Окей, и эти руны, эти драгоценности, это все как-то так очень странно. Черт, что это вообще все значит? Больше ничего не чувствую в этой игрушке, но сейчас давайте все повытаскиваем, чтобы посмотреть, ли там что-то есть, потому что кто знает, что там вообще может быть. Окей, я вытащил весь пух, банда, посмотрите. Она полностью пустая. Здесь ничего нету, а здесь я ничего не чувствую. Здесь тоже, и здесь. Тем не менее, банда, посмотрите, что мы нашли. Мы нашли какие-то странные 14 рун. Я не знаю, что они означают, но, банда, если бы их было 13, тогда можно было бы сказать, что 13 апостолов. Получается, что кто-то пытался оживить эту игрушку. Но здесь их 14, число 14 мне ничего не поминает. Если вдруг вы, банда, догадываетесь, что это за руны, то напишите об этом в комментариях. Мы сразу же с вами вместе это узнаем. А еще эти драгоценности, это камни. Посмотрите, мне кажется, что либо здесь настоящие какие-то камни. Но почему они все лежат в игрушке? Черт, это черная жидкость. Для чего она вообще? Для чего она здесь? Наверное, это какая-то материнская черная кровь. Я без понятия, что это все означает. Но тем не менее, банда, мы сегодня разрезали игрушку убийцы. Самого настоящего кровожадного убийцы. На вид это всего лишь обычный медведь. Но если вдуматься, банда, это игрушка реально кровожадного убийцы, черноглазых детей. Даже у этого медведя есть черные глаза. Получается, что это черноглазый медведь. О, господи, что вообще не так с этими игрушками? Откуда это здесь черная жидкость? Что это вообще такое? Ты тоже видишь ее? О, черт, банда, это тот же самый черноглазый ребенок! Что тебе нужно? Я ищу Ламеля. Здесь нету никакого Ламеля, уходи, пожалуйста! Я ищу своего лучшего друга. Господи, здесь нету твоих лучших друзей, почему ты здесь? Я ищу Ламеля, я ищу Ламеля. Черт, ты тоже это видишь? Что? Зачем вы убили его? Ты это видишь? О, черт, Настя! Стоп, все происходит, что за столом? Господи, это просто жесть! Успокойся! Ты видела это? Куда она вообще пошла? Блин, это просто жесть, ты это видела? Да, видела. Черт, черноглазый ребенок был только что у меня дома. Куда она вообще пошла? Черт, смотри, она куда-то идет. Куда она пошла? Что вообще происходит, банда? Ничего не понимаю. У нее нож, уходим быстрее! Черт, господи, а она здесь, быстрее уходим, черт! О, черт, ты это видела? Это просто жесть, банда. То, что сейчас происходит, это реально жестко. Черт, о, черт! Черт, господи, надеюсь, ее здесь нету. Ух, пронесло. Блин, она порвана. Черт, она забрала игрушку. Здесь нету Туаламиэля, или как она ее там называла. Это просто жесть, банда. Вы видели, что происходило? Мы вернусь на следующий день утром, а здесь уже нету этой игрушки. Меня все еще 28 башню. Это просто такой экшен был. Мы просто сразу же убежали, как она вышла из дому. Это реально жестко, банда. Я не знаю, что будет дальше. И еще эти черноглазые дети будут приходить нам. Но это реально очень страшно, банда. Что это за черное такое, я не понимаю, реально. Для чего оно вообще здесь было? Эти руны, супербанда. Напишите, как бы думаете, что означают эти руны? Глянь, на всех рунах одинаковый рисунок, кроме этой. Здесь какая-то цифра. Ничего не понятно, банда. А еще драгоценности. Я не понимаю, зачем здесь эти камни, эти драгоценности. Я уверен, что это очень дорогие драгоценности, банда. Но зачем они здесь? И эта игрушка. Этот Ламиэль, этот медвежонок, как будто бы нашел эту игрушку. Он как будто был матерью. Зачем она вшила туда эту игрушку? Ничего не понимаю, банда. Это реально очень странно смотрится. И сама игрушка, она была вся потрепанной, страшной, черной. Это прям показывает то, как много эти дети ходят. И как-то странно, что она сама вернулась без братьев по эту игрушку. Это все, банда, нужно переварить. Поэтому, банда, давай
давайте опускайтесь ниже и пишите в комментариях, как вы думаете, что все это означает. Что означают эти руны, что означает все это? Зачем все это было? Просто опускайтесь ниже и пишите, я с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. И мы с вами порассуждаем. Окей, бот, также не забывайте 10 тысяч лайков, и я покупаю куклу Чак или же кукла Аннабель и разрезаю ее. И мы, бот, вместе с вами смотрим, что будет внутри этих кукол. Потому что мне кажется, бот, что там точно будет что-то невероятно страшное. И, бандит, если вдруг ты хочешь купить мою Supreme банду, лучшую банду на ютубе, то всего тоже тебе нужно подписаться на мой канал. Ведь при время Supreme банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme банде. Лучшей банде на ютубе. Эй, бро, вот, комментарий с прошлого видео. Господи, видите, какие эти комментарии шикарные. Просто идеальнейшие комментарии. По традиции банда раз обнял, два обнял, три обнял. Бро, если вдруг ты хочешь, чтобы я обнял и тебя, то всего лишь тебе нужно написать комментарий и нажать на лайк колокольчик. Вот такой вот проблем ко мне видео, лайк, колокольчик. Комменты на следующем видео. Так что давай, братан, дерзай, тебе выйдет вся Supreme банда, просто вся Supreme банда. Эй, бро, знаешь, не забывай про мой инстаграм, как ты просто выходишь шикарнейшие фотографии. А еще, бро, оставайся таким шикарным. Пока!